Всем привет, меня зовут Герасимов Александр. Сегодня мы будем снимать эти прекрасные фонтаны в стране. И подписывайтесь на канал дедушки в инстаграме. И подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на мой канал YouTube. Это самые прекрасные фонтаны. Ну, в Сочи тоже, конечно, красивые высоты. Здесь тоже прекрасные, красивые, с подсветкой. Вообще. Очень просто замечательные фонтаны. Прекрасные фонтаны. Вообще замечательные. Мы находимся в парке Победы. В городе Костроме. Это самый прекрасный парк. Я бы так. Вот здесь еще есть парк Победы. Это новая часть. Там еще есть танки, самолеты. Там трюки вон где-то там. Но там не видно. Там можно покататься колокол. Я вам все это сегодня покажу. Сегодня у нас будет обзор парка Победы. А что с фонтанами? Давайте просто посмотрим это с ближайшего вида. Подойди сюда, дедульчик. Вообще офигенно. Самые лучшие фонтаны. Сегодня такой вид. Вообще... класс! Сейчас будут, наверное, большие фонтаны, будут все плескаться, все начнут прям гигантскими. Что-то слышу. Я что-то слышу, я не понимаю, что я слышу. Я не понимаю, что я слышу. Садиться надо на свое местечко. Фонтаны что-то не горят. Ладно, пойдемте к колоколу. Пойдем к колоколу. Сейчас я вам покажу все. Сейчас с дедушкой общаюсь. Сейчас мы пока пойдем к колоколу. Колоколу. Я лучше покатаюсь. Подержи камеру, дедуль. Вообще прям красиво все. Ну только вот зря фонтаны не горят. Так выключили его. Выключили, наверное. Просто на, пожалуйста. Можно, пожалуйста? Можно, пожалуйста, камеру? Можно, пожалуйста, камеру? Только не выключай, я пока не слышу. Так. Ладно, спускаемся вниз. Как нас тащить? Боевой будет. Замечательно. Сейчас. А, там то же самое написано. Это очень интересно. Призвано